1 сентября совершенно обновленная школа номер 32 в селе Михайловском откроет двери для своих учеников. Сейчас здесь проходит капитальный ремонт на краевые деньги и финансы районного бюджета. Проинспектировал работы руководитель муниципалитета Андрей Дорошевский. Только в этом году образовательному учреждению выделили в общей сложности 26 миллионов рублей. Ведутся работы в три этапа. Укладывается плитка во всем дворе. В скором времени здесь появятся и две типовые спортивные площадки с прорезиненным покрытием. Пока под них залили бетонное основание. Внутри здания ведется замена старых деревянных полов на напольную плитку, заменят двери и обновят стены. В скором времени начнется и капитальный ремонт крыши. Сейчас в школе обучаются более 200 человек, однако проектная мощность здания рассчитана на 600. Подрядчики уверили, что отставания от сроков нет, и все работы завершатся здесь к концу июля. Андрей Дорошевский также дал поручение приступить к проектированию и ускорить вопрос подключения здания школы к газу.